Что ты сделал? Смотри, вот тут у меня пристань. Да. Дай я тебе покажу. Дальше. Дальше. Это вокруг моря все, да? Да, вокруг моря. Как в Кабардинке? Нет, в море. В море? Да, у меня тут лежат вещи, которые я вылавливала. Да. Чуть-чуть. Так. Дальше давай. Дальше выходим. Тут у меня сундук, чтобы можно было еще что-нибудь положить. Это ты все сама построила? Да. Дальше вот такой батут. Можно вот тут забраться. Вот так вот. И попрыгать? Да. Вот так вот. Тынч. Тынч. И тынч. А это что такое? Бассейн? Да, бассейн. Тут вот такие вот вышки есть разных размеров. И вот такие штучки, чтобы загорать, шезлонги. И вот лежаки. Лежаки. Лежаки под этим... Навесиком. Под навесиком. Со столиками. А это кто? Это паук. Это тут паук? Да. Домашнее животное? Нет. А это ковер или лава? Это не ковер и не лава. Это у меня будет это декоративное украшение для портала ВАД. Ага. У нас тут работает. А тут можно там игровую сделать. А жить где домик? Это домик. А, это и есть домик? Это типа не первый этаж. А это второй этаж? Это у нас балкон. Верандочка. Верандочка? Да, там еще, правда, крышу надо сделать. И тут у нас окно есть. Угу. Дальше такие стены можно что-нибудь повесить. И еще два. Кровать окна. Поставить, кухню, да? Да. А еще вон там вот можно сделать разные цветочки можно. А еще там почему-то лама, он купается. Ну пусть купается. Ну пусть купается. Наверное. Море-то общее. Да. И наше. Что тут еще интересно? А дальше вот тут вот у меня будет огородик будет. Ага. А вон там я сейчас вам покажу, что. А это что такое? Сейчас покажу. Что за стенки? Смотри. Сюда заходишь, это лифт. Несколько этажей даже? Да, вот так вот спускаешься. Кстати, через вот этот блок не проходят мобы. А еще тут можно поставить разное оружие, можно положить. Да? Поднимемся на второй этаж. Это ты все сама придумала? Да. А вот тут можно будет всякие декорации оставлять. Можно. А тут есть что-нибудь в сундуках сейчас? Сундуках, да, вот в этом сундуке. Ничего там, себе. Ничего вот такого. Это ты все наложила? Да. Инвентаря? Да. Дальше. Бумс. Что тут еще интересного у тебя? Больше пока что ничего. Но у меня есть прикол. Какой? У меня тут рядом. Подводный город? Да, подводный городочек. Затонувший? Да, сейчас. Заброшка подводная. Да, я покажу. Показывай. Сейчас я быстренько найду. По-моему, в той стороне находится. Заброшка? Да. На берегу. Вон. Вон, видишь? Это остров какой-то, да? Островочек такой маленький тут. Угу. Это такая вот заброшечка. А еще большой он остров какой-то. Да, это уже остров. Но я не решилась на нем делать. Я делала там все сама. А еще, еще где-то в другой стороне, прям под водой там. Это ты за вчера только застроила или за сегодня? За сегодня. За сегодня? А завтра будешь продолжать? Да. Вот на ламу. Лама плавает, купается. Да. А еще мне каким-то невероятным образом заплыл в мой же бассейн дельфин. Дельфин? А еще у меня заспавнился уже 4-й торговец. А есть тут капибара? Нет, еще не выпустили. Не выпустили? Да, не выпустили. Торговец пришел к тебе что-то продавать? Да. Клан своих не потеряет, мне их потом искать надо будет. Вот ты завтра покажешь, что ты доделала? Да, завтра покажу. Хорошо.